Микрорайон «Свобода», улица Кирова, 8 новых домов, а это почти 500 квартир, планируется на площадке очередного жилого комплекса. По генплану здесь планируется построить 8 жилых домов, общей площадью 64 тысячи метров квадратных. В этом году на этой площадке планируется ввести до конца года 7 домов малоэтажных. 4 дома мы планируем ввести в сентябре, 3 дома до конца года. 7 домов сдадут в эксплуатацию, 8-й начнут строить. При этом учтут всю социальную инфраструктуру и транспортную доступность. Плюс на новом объекте планируется закупить 25 квартир для работников областной больницы и онкологического центра. Жилье будет служебным, с последующим возможностью, чтобы это служебное жилье было переведено в категорию социального найма, а потом приватизировано. То есть, чтобы люди понимали, что вот они пришли, они должны определенный период времени отработать, и мы гарантируем, что это жилье потом окажется у них в собственности. В 73-м регионе последовательно решается вопрос обеспечения медиков жильем, увеличения укомплектованности кадрами больниц и поликлиник. Одна из ключевых задач Ульяновской области в развитии соцсферы. Потребность, которую мы сейчас просчитали, составляет 141 служебная квартира. Из них 35 квартир – это для специализированных или областных учреждений здравоохранения. Как правило, это в черте города Ульяновск потребность. И, кроме того, мы просчитали отдельно потребность на первичную медико-санитарную сеть. Потребность эта составляет 106 квартир. Сейчас в регионе медикам компенсируется плата за аренду жилья. По сертификату губернаторская ипотека выдается 150 тысяч рублей. Работают программы «Земский доктор», «Земская медсестра», «Земский фельдшер». Кроме того, 78 квартир в этом году планируется использовать как служебные для медработников. Марина Тимофеева, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.